как сказала моя мама, ты так много все время хочешь. Единственная профессия, в которой ты можешь получить все это актерская. Карьера у меня была в тот момент очень хорошая. Один раз ты получил Грэмми, один раз ты получил золотую маску. В этот момент я понял, что я не хочу быть артистом. Я считаю, что жизнь в движении только и может называться жизнью, потому что жизнь в стоячей воде очень быстро умирает. Keep walking.